Музей переезжает в памятник архитектуры «Провиантские склады» на Зубовском бульваре. Теперь это музей Москвы, который объединяет множество филиалов по всему городу. Главным экспонатом коллекции становится само ампирное здание военных складов. Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои прекрасные зрители. Сегодня я иду на Блошиный рынок, который проходит в эти выходные в Музее Москвы, и предлагаю вам пойти со мной. Это историческое место, где до революции располагались провиантские склады. Мы сейчас едем вдоль этих зданий, и, как вы видите, они огромны. Ну вот мы остановились, и напротив, через дорогу вы видите метро «Парк культуры». Блошиные рынки здесь бывают очень редко. Последний был в августе этого года, но я тогда была на даче и, конечно, присутствовать не смогла. Но я, честно говоря, люблю больше, когда они проходят на свежем воздухе, но сегодня, несмотря на замечательную погоду, теплую, солнечную, Блошиный рынок будет проходить во втором корпусе. Рынок должен быть очень интересным, так как желающих попасть на него и что-то купить необычайное очень много. Ох, какая красота! Такие ситечки. А это... Я у него. Какие ситечки. Кольца. А что тогда считается? Австро-Венгрия, да. И сколько такая прелесть в золоте? 3,5. Очень красиво. Спасибо. Пожалуйста. Ой, так у вас они парные. Их две, да. А вот скажите, а зеленые вот это? Зеленые вот? Это ранние советы. Ага. А что, вербилки? А, вербилки, да. И вот это вербилки? Да. А это? А это Дания, Royal Copenhagen, 50-е. Знаю. А вот эти вербилки сколько стоят? По 3,5 тоже. А вот это очень красиво. А заварочный чайник это Швеция, 50-е годы тоже. Какая красота. И сколько же он? 4,5. Спасибо. Какая красота. Боже мой. А чья это кофта? Что именно? Вот ваза. Это фража Варшава, это дореволюционная Польша. Польша, посмотрите, прям виноград, как виноградины. Надо же, вот как сделано. Просто потрясающе. Ой, лоза. Значит, такая работа великолепная. Да. У вас тут подстаканники тоже. Подстаканники тоже дореволюционные, тоже фража Варшава. А пороховница, ей вообще больше 150 лет, да, это американская старая. Надо же, как интересно. Медная. Прелесть. А вот это с огурчиком у вас где? Просто прелесть. А это Германия, это, да, там этот самый кабачок называется. Кабачок. И что стоит? 2,5. Очень красиво, да. И главное, что-то такое вот не видел вообще, да? Оригинальное. А клеймо там есть? Да, конечно. Мне и металл этот нравится, потрясающе. Ой, у вас даже каска есть. Каска, да, 16-го года. Это финны, тогда наши не делали, еще делали финны. И наши перекрасывали. А вот это вот, это тоже это? Пороховница, да. Пороховница. Из рога, тоже старая. А это количество? 2,5. 500 Да, да. Сейчас покажу. Была у меня потом. Я сделаю. Спасибо. Наверное, лучше от света немножко сюда отразится. Да. Как я вообще? Да, вот здесь лучше, кстати. Как я вообще смотрю? Шикарно. Здесь слушайте, здесь а главное, с такой стеной, вот я тоже хотела сказать. Как будто специально. Ну вообще.
Вот, видите, вот как... Руки сниму. Такое оригинальное кольцо, прям потрясающе, с амуром. Ну просто вообще сказка, спасибо большое. Тут вот даже... Клеймо, да? Да, ну не клеймо, там как фамильная, да, вот герб, может, или что там, инициалы. Ну просто потрясающе. Да и пепельницы, смотрите, какие красивые. Кто их собирает, каких только здесь нету. Да, что-то я перепутал, у него брата нету. А какой размер каски вот этой? Вопрос на засыпку. Не знаю, на мою наладить, у меня что-то первое. Нет, у меня что-то первое, на мою наладить, я все понял. Но это, наверное, пожарный. Это современное оружие, да? 70-е где-то. Это пожарный. Как она гремит? Не знаю, там, видимо, какой-то заводской брак, что-то внутри, внутри что-то отвалилось. Кусочек откололся, да. Называется шлем Зольберга. Крошечная, это прям на маленького ребенка. Свернутая она, видите, ее раскрывается. А, свернутая просто. Да, да, да. Понятно. А вот это вот деревянное, что это такое? Шкатулка, ну это советская, наверное, 80-е, я думаю. У нас все какие-то вещи прям интересные. Обалденно. И вот смотрите, очешник такой кожаный. Это набор для бритья, английский. Понятно. Спасибо вам. Кофейная чашечка. Это чайная. Смотрите, дулёва. Какая прелесть. Это серебро 925 проба, черная агата, циркончик. Ну это хорошо, да. По ней. Это да, по номеру телефона, пожалуйста. По чем очки у вас? Да, да, очки. Что? Я вас это, вы в прошлом году тоже были на этом, да, месте, да, я, да, вас помню. Да, только у вас больше бус было больше. У меня и Квита, вот Инстаграм, можете заходить. У вас больше было бус вот этих огромных. Да, да. Ну, все продается потихоньку. Это же коллекционные, они в одном варианте у меня есть. Да. И видела вас, кстати, на этом, в доме там на Блошином. А что-то он не работает, да, теперь? В октябре будем. В октябре будем? 25-го будем, да-да-да, планируем. Будем работать. А я думала, сейчас старая волна, ужесточение, и не будет. Нет, просто мы соблюдаем меры безопасности, но работаем. Да-да-да, всегда. Это что у нас такое? Это у нас кольцо со вставкой монгольской бирюзы, еще ее называют мозаичная бирюза. Само кольцо выполнено работой индийских мастеров, серебро 925 пробы.
техника зерн, прекрасная работа. И с изнаночки у нас кольцо с открытым камнем, то есть вы даже можете подложку этого камня увидеть, что говорит о натуральности этого камня. Хорошее приобретение, и очень рада, что оно нашло своего владельца. Спасибо большое. И бирюза у нас всегда для женщин считалась символом молодости, потому что в ней много меди. Сейчас я вам покажу первую свою покупку. Вообще, я купила там очень много всего, но это первое. И, конечно, как вы догадались, я купила это кольцо. У меня есть 4 кольца, которым очень много лет. Это они хранят много воспоминаний, я их ношу, не снимая. И мне нужно было, чтобы кольцо подошло не только на размер этого пальца, но чтобы оно подошло и к ним. И мне кажется, мне это удалось. А как вы считаете? Мне кажется, все подходит друг к другу. Кольцо, конечно, красивое. И против? Я просто заводить хочу. Оставила 4 на секунду. А сколько у вас эти миниатюрки стоят? 25 тысяч. Очень красиво. А сколько этот ножик стоит? 2000. А вот эта шкатулка, это чья? Пестренькая такая. Это гжель. Гжель, да? Это гжель, да. И сколько цветная такая стоит? 1500. А красивая. Спасибо. Очень красиво. И сколько такая? 3000. Если вдруг решите ее выкинуть, отдай мне.
И сколько они? Этот 1500 рублей. Состояние. Перед тем, как идти на блошиный рынок, я теперь составляю списки, что я хотела бы купить. Потому что полагаться только на случай, что я вдруг встречу красоту по очень хорошей цене, я не могу. Уж очень много красоты, а медля хранения катастрофически не хватает. Идя на этот рынок, я решила для себя, что желанными покупками на этот раз станут кольцо и скатерть. Ну, сервизов, вы знаете, у меня много, а скатерти не очень. Кольцо, как вы знаете, я уже купила, осталась скатерть. Кстати, несмотря на то, что рынок музея Москвы бывает очень нередко, продавцы любят это место. Ну, во-первых, здесь большая площадь, недорогая аренда и очень хорошая проходимость. А хорошая проходимость в том числе и потому, что входные билеты покупать не надо. Ну, а я знала, что здесь должна быть моя подписчица, ее искала, но в этот день не нашла. И решила, что обязательно приду завтра, тем более, что... Да, еще... да. Смотрите, сирийские духи, кстати, я их 100 лет вообще не видела. Ой, какая прелесть. Сняли? Да. Можно я тоже сниму? Это вообще нечто. Сирия? Да, я помню, у них запах замечательный. Я даже помню их запах. Вот посмотрите, блюдечко песочное. Аквилегия, да? Да, аквилегия. Цветок аквилегия. Сервиз был. Спасибо большое. Водосбор по-нашему. Не, приятно вообще встречать такие. Да. Тысячи. 5 штучек. Вот такие вот они. Ну, это потому, что они с такими кружевами необыкновенными. А вот попроще что-то. Ну, попроще вот такие только белые. О, а покажите. Они одинаковые? Да, все одинаковые.
штук, и сколько они стоят? Штучка. 500 рублей они. Штучка 500 рублей. Да, но если будете много брать, то я вам скидку сделаю. Красиво, конечно, но все-таки. Как же я люблю блошиные рынки. Здесь можно торговаться, искать и находить сюрпризы. Если дама предлагала скатерть, связанную крючком, за 5000 рублей, то я нашла точно такую же скатерть за 600 рублей и точно такого же размера. Посмотрите, какая красота. Это моя вторая покупка. Ну, о других покупках и то, что я увидела еще на рынке, я расскажу в следующей части, потому что это видео и так получилось очень большое. А дальше будет еще интересней. Я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. Не забывайте об этом. И подписывайтесь, если вы еще не подписаны на канал. А я всем желаю прекрасной, теплой осени. Не только погоды, но и душевного тепла. Всего самого хорошего, мои дорогие.